Книга пророка Исаия, глава 61. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении из древних родов. И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями, а вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их. За посрамление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них. Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием, и воздам награду им поистине, и завет вечный поставлю с ними. И будет известно между народами семя их и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом. Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем. Ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Ибо как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нем, так Господь проявит правду и славу пред всеми народами».